Так, у нас сегодня 16-е, да? 16-е. Ну что, тогда помолиться надо? Да. Давай, брат, присоединяйся тоже. Сейчас позывать надо. Кого позвать? А, всех? Ну давай всех. Скажи на молитву, чтобы вышли все. Все выйти на молитву, да. Пойдем на дорогу молиться. На дорогу. Такое выражение на дорогу. На дорогу. На дорогу, да. Аж хорошо. Ну не в курино это ехал. Еще 500 свадеб. 500 плюс мило там пару шагов. Да, работа огромная проделана. Ой-ой-ой. Мне кажется, уже работа не исполнена. Вот возьми меня тихнуть немного. Точно слышал. А что добрый попадает? Гниет все. У нас ничего не изменит, не беспокойся. Месяц отработал, давай ничего. Все уже? Ничего? Да. Если я месяц отработал, мне уже заболел. Так, где у нас еще? Лена, где у нас? Зови маму. Раз пришел. Всех зови, всех. Я думаю, раз не пришел, значит, что вновь не надо. Сейчас всех зови, всех. Выйдем на минутку, помолимся. Пока вещи-то не надо, просто помолиться. Хорош, не вставай туда, на мокрую траву. Ну все, давайте, братья. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Давай вот это сделаю, это начальник. Все. Во имя Отца и Сына, да Отче наш. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сои вся исполняет. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажу души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 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 Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас и на этой земле. Даровал нашим братьям и сестрам крещение Твое, вел их в церковь Твою святую, простил им все согрешения. Милосердный Господь, благослови нас и вернуться домой, вернуться на свои места и нести Слово Твое с дерзновением. Господи, не дай нам уклониться и не впасть в искушение. Укрепи нас. Благослови поезд, на котором мы поедем, машиниста, начальника поезда и весь персонал, дабы принимали они мудрые решения, Господи. Если угодно Тебе, даруй нам благовествовать об имени Твоем святом. Мы единственно на Тебя уповаем, хвалим Тебя и почитаем. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Все, залазим в железного коня. Прощайтесь. Прощайтесь. Так, с кем мы прощаемся, прощаемся. Я еще могу с вами возле поезда попрощаться. Забери меня, поборемся. Аккуратнее. На связи будет. На связи будет. Хаил. Владимир, ну, он же по городскому. В Риже, который. Так, с кем мне еще? Ну, я сейчас еще здесь пока. Давай. Я здесь пока. А, мы с тобой останемся. Да, ну да, все снимаем. Я еще там.
Ладно, грузимся. Все, грузимся. Все, садимся. Сумки все на свои. Братья, обратите внимание, вот тележка, Вячеслав, ты как старый, обрати внимание, тележка с синим пакетом. За синий пакет вообще не прикасаться, только за тележку. Все порвется и вывалится оттуда. Так, Ольгина сумка еще. Зачем, зачем? Это потом, это потом, это потом, вторым рейсом. Сестры, конечно, да. Так ты с сестрами поедешь. Брат, проконтролируй, чтобы за синий пакет не брались вообще никак. Иначе все разорвется и вывалится оттуда. Угу. Только за тележку или за это. Все. Кто у нас еще там не сел? Все? Там место есть или нету уже места? Ну, тут вот, где сумка-то еще, наверное. Какая? А, там Андрей сядет. А, Андрей еще, а, точно. А где? Ну, ладно, слава Богу за все. Аллилуйя. Вот, с Божьей помощью мы добрались до переезда. Под стёпное. Вот братьев я довез. Господь милостив. Первая партия. Сейчас потом за второй поеду. За сестрами. Еще и с братом Николаем. Там этот просил этот аккуратнее выгрузить его. Угу. Николай. Там у него мед тяжелый. Сколько там? 8 банок, он говорил. Ну, он уже часть съел уже. Ну, там, да, там тяжелый такой. Тяжелый деток. Вон тебя уже ушли два брата. Человеческое? Все. Веса-то. Ну, да. Ну, постепенно сейчас, значит. Сейчас мы это, два рейса сделаем. Нет, вы сперва отойдите подальше, потому что я шофер-то такой еще. Меня лучше остерегаться лишний раз пока. Во свете Библии поем об истине. Комаров-то забыли, братья. Двери оставили открытыми. Все, сейчас убираю тут лишнее все. Заберите пакеты еще. Вылезли, двери везде открыли. Сейчас там комары залетели тучами сразу. Будет нам весело ехать. Так, ну все, ладно, благословляйте. Аллилуйя.